Вот она, помощь близка, да? Вот она, лебедка. Приехала. Сейчас им взору откроется, им картина интересная. Я в забродах. О, да, классно. Ну что, оригинальные? Ты что, не видишь? Так, ну, картина неплохая. В общем, зато сейчас нас спасут. Зато какая фотография шикарная. Вертолет летит на помощь. Трос натяни. Дотянул я трос, трос за трос, чтобы на сухом Паджеро стоял. Тут одно колесо только работает. Так, Рубикон, 37-й Трипадор. Стой! Трос упал! Так, и что тут за жесть? Ага. О, вот это уже будет интересно. Выходите, вам понравится, пацаны. Цепляй, стой. Сейчас пойду покажу ему фото. Красиво, я не все снял. К сожалению, фейерверк был только что. Короче, красивый кадр. Смотри. Сейчас. Макс, как мажор, по-прежнему почти в новых кроссовках, в белой футболке. На камеру. А пока ты камеру, я на свою. Давай. На, и на две снимай. Да елки-палки. Включено. Включено? Давай. Так. Шиномонтаж! Так. Надо несколько человек. Да пошел поднимать, надо же машину сначала. На машину сначала вытащить, потом его... Конечно. Не, колесо слетело уже, надо убрать колесо, оно же мешает, сейчас порвет, поломаешь крыло. Да и ничего, это ты его не снимешь. Сзади не слетело, ты его не снимешь. Летело? Да. Его вот сюда сейчас, если вверх, оно снимет. Но мне кажется, Сань, что оно, наверное, грязь попала. И, прыгнули, да, туда. Не, грязь попала, оно еще подпустило, когда туда ехали, потому что оно было очень, я тебе еще говорил, что оно как-то очень сильно спущено. И вот оно и дало. Присосало его. Не, на этой кромке сидит на одной еще. На одной кромке наверняка. Сейчас будем потихонечку лебедиться, ты будешь смотреть. О, ты видишь, отец Павел. Павло, выходи! Павло, выходи! А лебедку кто будет крутить?
чистить, ходить. Бери этот сам. Смотри, снимай быстрее. Для ТикТока. Что там, Саня? Тяни! Неприятно. А? Так, подцепили Рубикона. Привет. Привет, подписывайтесь. Канал Яна Оффроуд. Оффроуд ЮА. Джип Бомба Тюнинг. Сколько спасли человек? Да вот же, мы ехали на помощь, и видишь, что случилось. Не успели никого спасти. Да это какое-то место проклятое, я тоже тут застрял. Да, руки очень грязные. Рубикон очень красивый. Сейчас, может, слетит полностью, да будет удобнее. Давай, давай, можно. Лёх, отойди оттуда, Лёш. Отойди, Лёх. Я боюсь, что он его не удержит. Кевлар, думаешь, лопнет? Да, лопнет. Однозначно лопнет, а все лобовое. Да не прилетит мне. Не пугай. Ну как вы там без меня? Пешком тут лучше, да? Ну такой. Надежней. Прощупывай. Да вы тут не были в мае просто. Сейчас лайт. Ну почти. К речке надо отойти. Макс, не пугай людей, не первый раз в оффроуде. Ты чё? Он шутит, не слушайте. Максимум выбьет глаза, сломает ноги, все. Так не разрежет, будете целы. Надо двумя лебедками, Макс. Да, двумя или даже тремя. Не-не, тут тоже может разрезать. Да не, он сгущает краски. Стой, Сань, надо две или три лебедки. Ты сильно углубился, две или три лебедки надо, чтобы подтянуть. Русь, а так не подтянуть. Олегу набери, Олегу. Так, иду, у вас угнали. Сейчас пойду искать. Не хватает Рубикон вытащить. Одной лебедки и одного якоря. Красота нереальная. Волчьи ягоды. Макс наелся. Нормально все чувствую. Так, у вас на радиоуправлении приехал. Сейчас мы... двумя лебедками, я думаю, получится. Да, колесо полностью, почти полностью слетело. Пытаются вырвать колесо все-таки, но не удается. Видите, даже сложно ходить, не то что ездить. Да, когда, сейчас покажу вам, когда высыхает и становится вроде как теоретически проще, на самом деле сложнее. Так, ну попытка залебедиться.
едем. Едем все к Вранглеру. Там действительно очень глубоко. Вроде пошел, пошел. С этого ракурса так на Виллис похож, когда закопан глубоко. Тоже маленький, низенький. Я стою якорем. С Рубикона лебедка за меня зацеплена. Олег своей. Да, слетело колесо полностью. Ходом зашел. Было сильно спущено. Стой, стой, Олег, стой. Не, там колесо, колесо там. Не, колесо слетает, подожди. Чтоб там крыло не порвать. Еще. Отпусти еще. Так, что у нас тут? О, сейчас. Сейчас лететь должно оно. Хорош. Ты режешь его. Да не, оно сейчас разбудится. Его чуть потянуть сюда. Тяни. Все. Да, там на скорости она удержит. Заведется и приедет. Не. Сейчас может снимется. Должно сняться. Его сейчас надо потянуть на себя. Влево руль возьми, Сань, влево. А. Подожди, подожди, подожди. А ну, не, вправо-назад, вправо-назад. Ровно пусть стоит. Сейчас летит, может. Вот там за что-то цепляется. Да фокс, блядь, Саня, сейчас фокс сломаем, нахер. Подожди, подожди, стой. Все, стоп. А, давай камеру попробуй натянуть. Да, потому что сейчас фоксы Саня сломаем. Ну да. На, вон за ручку держи. Ух ты. Не, так вверх тяни. Русик, вверх тяни. Сейчас. Ну, надо несколько человек. Заверх пробуй. Может, время, когда тянем, надо дернуть? Не, оно вот где сидит. Ну, это боковина. Его, получается, туда приперло, и вот он его сейчас режет за ту часть, на которой стоит. А может порезать там, боковину. Может, поддомкратить? Не, поддомкратить идеально было. Давай, так куда? Оно, а в хайджек? Оно в землю залезет. Да нет, вот там Олег, а есть хайджек? Да оно в землю залезет. Куда ты хайджеком его? Ну, бревно какое-то подставить. Или... А упор где под бревно? Хайджек? А доски никакой нет? Радиатор можно твой снять, Руслан, или двери. Капот. Паш, снимай. Тебя снимаю. А вы резину снимаете. Хорош, хорош. Ну, левый борт, короче, там на борту сидит. Отсыпай. Может попробуем? Хайджеком, а что тут твердо может? А ну подожди. Тут твердое достаточно. А если это сам? Там чуть-чуть хотя бы, чтобы освободить. Ну вон джек на крыше у него есть. Бревно. Вот так по диагонали подставляем. Да где ты это бревно видел, Мак? Поднимаем. И оно как раз подымет машину. Фантазер, ты меня называла. Когда он не мог так поднимали, так все было в порядке. Так тоже на асфальте. Ну так. И пенек был. Землю больше войдет. Я смотрю, у Сани на крыле какие-то вкусняшки лежат. Хавай, Макс, тебе можно. Это слепой я тебе оставил, прикормил место. Макс, у тебя там этот вход порвался. Или выход. У вас тут на входе чиряк какой-то. Но это выход. То я буксовал так от Руслана. Гофра пробилась. Я вам тоже с Русланом приготовился вечерный. Кусок бревна. Самое интересное, я хайджеком, блин. Для меня сам лично, блин,
А, не пользовался ни разу. Да, Саня, ни разу пользовался. Раз уже, наверное, 10, только кого-то, блядь. Если вот так ходить, Руслан, это самое, будет нормальная запись? А что ты пишешь? Ну, я не выключал. У тебя носки эти, да? Бородач. Снимай, Макс. Хочу, знаешь, на рыбалке, как сидит чувак, поймал золотую рыбку, рыбка говорит, три желания исполнил, чувак говорит, хочу медет, пожалуйста. Хочу медет что? Ему так это за голову руками хватает сам себя и погнал. Но не уточнил, за передок кому-то. А за бампер можно? Да? Только за бампере можно. Только вот эту, Сань. На середину ставим, Сань, вот эту надо поставить. Будет, ну, будет, будет падать. Подставку. Нет, подставки на свалку. Ну, ну а так будет в землю уходить. Хотя бы чуть-чуть. Глупо, да нет, на подставке так стрёмно, если честно. Да нет, ничего не сцепит. Макс, знаешь сколько. Так, идите, кто курит, налево уходят, по ветру. Получается, идти на помощь или сам? Конечно, иди. Надо бревно дальше, Сань, закинуть. Туда я допрыгну? Да, и... я только на твою камеру и снимаю, Русь. Больше сюда. У тебя будет эксклюзив. Обычно, когда снимаешь, тебя не видно, да? Номер, чтобы не поцарапать. Только хайджек не испачкай. Хайджек не испачкай. Ну это самое. Шакл можно, Саня, и за проушин через шакл. Да не, нормально идет. Нормально, только его поднимать на полметра, наверное. Угу. Сейчас Рус, Русу, если сказать, что это ты, говорит, если вам что-то... Лицо твое будет, да, не. Если снимешь. И, снял уже давно. Звучит следующим образом. Если вы что-то несете и вам тяжело, представьте, что вы это спите. Да, да, да. Это уже я читал. Хрустит. А давай подымем. Это хрустит номер твой, по-моему. Да нет. Там она не тяжелая же машина. Еще почему она в эту сторону? Ну, чтобы чтоб по голове нормально долбануло. Прищемило, да? Нет, это ты когда будешь спускать, оно будет... Мешать. Неси ключ на 19. Филимон выиграл и не знает, как пользоваться ни разу. А, ну в это уперлось, стой ты. Что, колесо? Давай, вверх. Еще поднимай, сейчас оно освободится. Так, я поднимаю, сыграет, разыграет. В ящик. Оно хорошо, прочно у тебя стоит, задние колеса удачно закреплены. Бревно Макс удачное принес такое, посмотри. Да, сейчас, да, конечно, должно все где-то... Но еще не скоро, еще надо продавать. Да не, он пошло уже. Уже у Сани веса не хватает, мне кажется, продавливать. Так, Руслан, представь, что это ты воруешь на Харьковском. Что-то, может, на поздняках. Что-то ходит этот... Направо, на своем берегу нельзя воровать, надо направо. Что-то Фокс весь ходит. Ух ты, блин. Ах ты ж, сука, что-то меня кусает за... Еще. Давай вдвоем троем попробуем его сдернуть. Подними еще чуть-чуть. Если машина будет... Поднимается уже. Если поднимается. Машина будет падать, она хоть не так высоко будет лететь. Ну, мягенько упадет. Ведь бы не сорвал и везет. Да что там, да, как-то. Что-то не занимает. Ты отойди от него, Саня, потому что вот так, как ты сейчас сделал, он может начать... Вниз опускаться, так да-да-да. Да-да-да. Бомбалею! А без колеса вообще хорошо пойдет. А так хоть на диске это самое, так... Колесо открутим, да, сдергивайте, через них. Через не хочу. Слышишь, Саня, а может наоборот его одеть? Саня. Грязное, да похер это самое, выехать на чистое, что не оденем? Ну потому что, как ты его оденешь вниз? Руслан сейчас руками там выберет все. Да, я же говорю, чего, вон открутил, пять болтов. И оно поедет на диске, на тормозном, на суппорте, на всей фигне. Так хотя бы на колесном. Мне... Попробуй одеть назад его. Надеть? Да. Оно высоко, надо украсть. Та, попробуй. Не, так попробуй. Может, ну... Потому что он его сейчас подымет. У него уже... Только Руслан аккуратно. Дебиляка здоровый, да? Подожди, там, по-моему, в тебя он сейчас будет лететь, хайджек, Русик. Чтоб не соскочил снизу, он там стоит. Вот снизу. Не уверен. А я думаю, что ты не поднимаешь. Хорош. Он херово кушал. Хорош. И мелочь с кармана выложил. Хорош.
Короче, когда Саня качал, то качай еще, Саня. Когда Рус, хватит. Все. Так смотри, если больше грязи давай напихать и забортировать, Саня, ты сейчас его уже точно скинешь. Я думаю, можно колесо сейчас снять. Да не надо его снимать, это надо? Самое. Что, прям тут бортировать? Ну, попробовать. А чем? Саня говорит, что эфир у него есть, это самое. Не. Ты снимаешь, как я чищу? Да. Есть одна. А монтировка не нужна, оно должно так одеться. Да, конечно. Да ну дурбеца, ладно. Будешь мыть кроссовки мне потом. Убью тебя. Макс, это... так не делай. Да, слышишь, Руслан, можешь повернуться сюда и сказать: «Наша прелесть!» «Наша прелесть!» Так, вот так вот мы. Что-то меня кусает. Колесо. За плечо. Вернее, Руслан чистит, а мы говорим, что мы чистим. Ты руку туда не засовывай сильно. Как говорится, в каждом деле должно быть руководящее лицо. И на резине чистить. А, только смазано можно. Оно должно... Давай выйму я по максимуму. Да нет смысла его по максимуму, оно будет балансироваться. Вызвался быть лучше. Ты ж помнишь, там это какой-то там этот песок типа балансировочный есть? Да. Балансировочный гний. Ты руку туда не суй, у тебя на говняном домкрате, на гнилом бревне стоит. Да, там еще, блин, вот так стоит домкрат. Старая американская машина. Этот домкрат не мог подымал. Ну не смог. А что ты не смог? Колесо ж сняли, перебили. А, ну да. Так вот что так хрустит? Давно не пользовались. Смазать надо. Там обычно водой смазывают, так же шарик. Смазывают, как джеки дальше работают. Ну, обычно люди ВДшками. Ну да, хотя бы ВДшками. Не, ВДшкой нельзя, он наоборот начинает там неправильно как-то скользить, он должен быть сухой. Нормально он скользит, все, ВДшка. Тарусик, хватит понты колотить. Штыри, ВДшка, она больше моет. Чтоб штыри начали эти работать. Саня, не наливай воду, он только выбрал все. Так дай Руслану попить. Волку снимает, вымакивает. Умой, Руслан. Ну как присосался. Еще раз. Он кока-колу так пил. Мой сначала. Что-то сзади протекает, Руслан. Блин, память опять заполнена. Всякой херней, да, Макс? То было просто заполнено, а теперь всякой фигней еще. Я бы удалял все, что можно было удалять. И телефоны все, и явки, пароли. Сколько у тебя там фотографий, что заполнено? Да я помню, Макс, тогда... Руслан специально так долго чистит, чтобы был хоть контент на канал. Даже не фотографиями, а всякими этими. Телеграм 16 гигабайт. Удалить нахрен. Телеграм, кстати, не удаляется. Только полностью снести. Вайбер. Да, я тоже так делал, Макс. Надо его полностью удалить. Вайбер можно удалить. Вайбер не удалить. Пока. Я пробовал. На сегодня, да, Макс? Паш, ты снимаешь? Да. Я что, на монтажником буду ходить? 80 уровня. Надо защелкнуть. Поднимай за то. Не, там... Протектор, бери, подожди, Русик. Надо с той стороны... Бери. Русик. С той стороны надо землю убрать все. Чуть-чуть. И вот так вот заталкивайте его. Оно должно одеться. Только руки не вставляйте. Надо удалить Турцию 2000 какого-то года. Еще надо выше. Как я за чайками. Сейчас я подниму. Целиком. Хавать хотел опять, да? All inclusive обманули. Типа, говорит, у нас all inclusive. Можете хавать чаек или вот этих собак. Все можно. Что ты так далеко пошел? На полном приводе пошел. Там плавнее заход. На полном приводе. Так подожди, а куда ты? Еще качать? Руки не вставляй. Да хорош, мне кажется, Рус. Просто вы ее сейчас скинете нахрен. Хорошо, что я хорошо кушал. Вы. Паштеты. Паштеты не выходят, поэтому... Там сзади мешать грязь может. Сейчас, подожди, послушай. Надо сзади чуть убрать землю, чтобы оно, типа... Не мешало, да. Да. А так оно должно от руки, вот ты его зря вымывал, оно когда на этой глине, оно может защелкнуться просто руками. Но единственное, что, блин... Оно бы не держало, блин. Оно бы не держало, да. Что не держало? Ну, накачал бы оно, спускал. Нет, накачается это самое. То есть на монтажном станке вот так вот можно одеть. У меня такое было, что заднее колеса сильно спустил в ноль. Покатался по грязи. Туда... Да, накачал и поехал, и они спускали. Туда забивается это самое. Подожди, вы пытаетесь ее обрушить, да, а вам надо... Давай монтировку пойдет. Смотри, Рус в своей стихии прямо. Нифига себе, Саня подготовился. Это титановая твоя? Тоже работаешь по ночам? Да нет, этот борт. Ведмежатник Сашко. Можно камеры выключить? Ну вот там держу, а ты на слайд.
Насаживай. Засаживай, Руслан. Конечно, нет, нет. Нет, так подожди, ее надо вот так. Эти руку надо покупать, а не гвоздодер. Я понял, что тебе для другого. И по кругу проворачивай, Руслан, сейчас оденешь. Ногой наступай вот так сверху. Ногой, ногой. Сапоги не одел. Так ты же в забродах. А то они сапоги? Черные такие. Ну, там низ не пускает сильно. Надо как бы, знаешь, надо было вначале низ так вот как сверху натянуть, а потом... Давай сейчас под домкрачено, сейчас снимем колесо, открутим. Попрыгаем. Наденем и закрутим. Оденем и закрутим. Все грязное такое. Ужасно просто. Паузы не жать, у тебя там памяти хватает еще в интернете. В Ютубе берут у тебя еще ролики. А, это Руслана, все, скажите, места нету. Посмотри, там есть, ты фото хоть делай. Не знаю, как фото тут у тебя делать. Я запоминаю. Хаба Регина, уже все, уже и хаба снимет. Слышишь это самое? Попробуй сзади. Где она у тебя ночует? Надо же. Надо ж как-то под райотделом, Руслан, как ты любишь. Не, гайки доступ есть. Без секреток. На 19. Это Макса еда была, ты выкинул. 19 или 17. Сейчас Витя расстроенный похавает в лагере и уедет. Дай ключ. Там или 19, или 21. Да не, какой 19. А у меня в УАЗе есть набор. Саня, ошибка, 17-18. Дюймов. Давай, нормально, давай вороток. Дюймовый, воротка нет, так крути. Зубами. Идет там хоть запись, посмотри. Форматирование написано, завершено. Смотри, ключ ему понравился. Я порвал ключ, блин, дебиляка. Так оно еще и не прикручено, Саня. Я тебя спас, короче. Приходится снимать. Оно... 18 банок паштета. Могло обогнать. Не затянуто реально было? Это просто Рус, у него усталость металла уже во всем. Этот хром ванадий его не выдерживает. Саня бухой тут валяется в болоте. Посмотри, как не зажато. Нормально зажато, а у него вороток какой, да. Бухай просто, знаешь. А ты можешь сразу там на 6 болтов наживить и одним движением открутить? Да. Посмотри, уже засрал инструмент. Так смотри, а если его набрать воду и собрать, Руслан, его и балансировать не надо. И качать. И качать не надо. Я ехал когда-то, у меня 4 ведра. Можем, кстати, помыть сразу, тут рядом речка. 4 ведра воды было, я тут у него мыл где-то этот радиатор. Это вот радиатор. Вот там. Ты снимаешь или ты что-то снимаю, делаешь? Снимаю уже с 8 часов видео. И сейчас падает давай машина с домкрата. Сейчас контанем и все гайки бьем. Нет. Да. Давай, оно мимо. Он на меня хочет, по-моему, бросить. Колесо. Там шутки шутками, но ты, может, положи. Так их все 5 должно быть, Руслан, а не все 4. Давай, все 5. Все 3. Пошли помоем или что? Возьми, может, или в перчатку, или куда. Ты катишь, я снимаю.